Всем привет! С вами, как всегда, я, Дезертир, и мы продолжаем прохождение Ассасина с того же самого места, на котором мы остановились. Непонятно, на что нам предложили взглянуть. Видимо, кораблик у нас, кстати... Кораблик у нас забрали. Видимо. Итак, основное задание здесь. Есть что-то вот тут. И есть мега страшный корабль вот тут. Тем временем, что же мы пойдем делать? Куда же мы пойдем? Сюда нам нападать не имеет смысла. Нам еще, в принципе, рановато. Хотя... Хотя... Я же вроде бы где-то уже подобный захватывал. Ну и ладно. Вот, давайте тогда продолжим. Продолжим, отдать, как я сказал, гроты! Свой путь. Паруса отдать! 3 километра до неизвестной локации. Готовы стрелять, сэр! Подонки. Это Брик! Блин! Они открылись! Вдарчика по ним, Бли! Сэр! Бли! Выполняем! Бли! На! Садите Все вот так вот довольно интересно Бли! Происходит. Бли! Бли! По ним здесь, Кэр! Бли! Стреляют! Ответ! Сейчас будет залп! Все. Там еще кто-то в нас пытается. Зал! Смешно даже. Бли! Он идет! Гроты отдать! Вперед! Когда вот такие вот маленькие кораблики на вас решают нападать, это даже как-то смешно смотрится, потому что у них, по идее, всего одна, ну максимум 3 пушки, да, то есть одна на носу и остальные уже на... Ну, 2 сбоку, типа. Назад! По 2, точнее. Я чувствую, что таким образом я буду долго убивать, поэтому давайте я просто пробегусь и уже реально просто прыгну на корабль. А вот, надеюсь, что это будет хорошо, красиво, быстро и изящно. Тут кого-то мы уже убили, например. Кто-то попытался только что убить нас. Пока вроде все нормально. Мне удалось убить большого чувака этого. Все, готово. Что же мы сделаем? Естественно, мы этот слабенький кораблик отправим на починку нашего, чтобы не ждать, пока он починится. Почему захватил? Потому что довольно неплохие материалы на нем были, и мне показалось, что это будет правильно. Как-то так. Тем временем... О, кстати, классно. Красное все такое. А вот, тем временем, я думаю, еще... А почему я не могу зайти? Странно. Окей. Капитан на мостике. Поймать ветер. Так, здесь у нас какой-то большой кораблик. Я вам скажу. Какой-то реально большой кораблик. Сейчас мы посмотрим, что это за кораблик. Так, это, видимо, вообще по идее. Странно, ладно. Неважно. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. Там я вижу сбоку еще записку. Дерево, металл. Металл мне, в принципе, нужен. Но стоп, мы, по-моему, не тот корабль смотрели. Или тот. Да, вот дерево ткани Сагар. Отлично. Да, определенно нам нужно завалить этот корабль к чертям. В обязательном порядке. Бли!
Все наверх, шевелитесь! Военный пушка готова! Пли! Трави, ноги, торпеды! Только дайте знак, капитан! Пли! Итак, как вы помните, это будет сражение довольно-таки опасным. Пли! Там у него уязвимое место, сэр! Зал! Приготовиться! Вот, у нас, по идее, тоже есть возможность атаковать его вот в эту бочину. Пли! Ударим по ним здесь, Кэп! Пли! Пли! Мы подбиты! Хотя под таким углом он нас может легко атаковать, поэтому надо заходить спереди. Залп, капитан! Пли! Спереди. У него хоть и есть такие же ядра. Залп! Но все. Отлично, он уже не может нас так покоцать. Защищать его некому, пустим его. Поймаем ветер! На починку нашего корабля. Клиром будет удар! В любом случае, мне просто нужно как минимум заработать деньги. Помимо денег, мне, естественно, нужно заработать все остальное. Так, убейте вражеского капитана. Уничтожьте запас пороха и убейте команду. Все снизу, и это круто. Вот, ждем, пока мы притянем таки корабль. А вот получится выстрелить прям таки вот сюда. Поднимай корабль. Почему он? Подойдут, живыми не пускай. Волны волнуются раз, да? Ладно, неважно. Сражайтесь, солдаты! Спасибо, паренек! Но ты мне помешаешь. Так, в любом случае, эта команда будет драться с нами до тех пор, пока мы не убьем. Капитана мы убили довольно быстро. Хорошо. Так, теперь ты. Ты. Так, а вот там здоровяк. Мне это не нравится по той причине, что здоровяк очень опасен. Мне удалось его убить более-менее безопасным путем. Я догадываюсь, что таким образом я мог убить свою команду, но не убил ведь. Итак, последняя из бочек. А вот, и мы ее сейчас разнесем, я надеюсь. Не-не-не-не-не-не-не-не. Тише. Тихо. Черт. Ну и ладно. Пока разносил бочку, меня чуть не убили. Блин, это опасно. Давайте уже последнего добьем и все, ребят. Все, отлично. Тоже надоело сражаться. Итак, что же мы получили? Какие плюсы от приобретения, скажем так, этого корабля? А плюсы — это 1500 реалов, 130 дерева, 100 тканей, 30 сахара и дофига восполнения всего остального. Плюс, естественно, мы можем починить заново галку. Все отлично, на мой взгляд. Я не знаю, мне нравится. Все круто. Ну и теперь, естественно... Естественно, на нас будет охотиться. Отдать гроты! Ноги кошко, к ветру! Сахар, металл, ткани. Если получится, эти корабли я тоже раздолбаю. Но! Но! В чем будет заключаться но? Но будет заключаться в том, что я их раздолбаю до основания, то есть полностью.
dug his grave with a silver spade. Болел по-тихому. Что там мерцает? Меньше гор! Что-то там мерцает. Возможно, мы сможем добраться из-под воды вот на тот верх, потому что я не вижу, как там можно забраться вообще туда. Сундуки, фрагменты, тайны. Да, вот здесь есть одна тайна. Тайна — это круто, это, видимо, все-таки это не просто так. Логово контрабандистов. Найдите 3 сундука контрабандистов. Вот навряд ли они стали делать свое логово таким образом, чтобы тут было дофига акул. И, видимо, это одна из моих в каком-то смысле будет любимых мест, да, где нет акул. Хотя я могу ошибаться. Но зато здесь есть вон куча контрабандистов. Так. Тем временем мы пытаемся выплыть наверх таким образом, чтобы нас не покарали медузы. Потому что медузы все-таки, сволочи, я бы сказал, опасные. Итак, давайте посмотрим. У нас есть возможность выхода вот сюда вот. И больше что ничего нету. Также мне почему-то навряд ли кажется, что да, здесь выхода нету. Даже не то, что выхода, а какого-то даже прохода нету. Итак, сундуки контрабандисты. Где же вы у нас их держите? При этом нужно разыскать еще какую-то тайну. Ай-яй-яй-яй-яй. Уворачивайтесь от медуз, чтобы не получить урон. Но это логично как бы. Интересно, а контрабандисты вообще знали то, что у них вот тут вот такой проход? Ну, наверное, знали. Но я не думаю, что они прям вот так вот проплывали. Все, груз, скорее всего, доставлялся каким-то другим способом. Потому что это слишком извращенный, на мой взгляд. Открываемся под водой, чтобы нас не заметили. Пробуем забраться наверх. Я не думаю, что здесь можно убить сразу двоих, поэтому будем убивать по одному. Да ничего страшного, все окей. Иди сюда. Так, в целом все более или менее, но отлично. Хотя бить, конечно, извращение. Мы можем поднять оружие и спрятаться за одним из этих придурков. Так, что-то ты мне как-то сильно урон нанес, друг мой, я тебе скажу. Готово.
И убегаем. Эти ребята тоже что-то услышали. Естественно, мне никто не дал на него напасть. Но тут все-таки благо то, что мы можем отнимать у них оружие. Ой-ой-ой-ой. Не разорвешь ты меня на кусочки. В принципе, я думаю, что я неплохо справился. Ну, довольно-таки неплохо, на мой взгляд. Вот, поэтому давайте попробуем боеприпасы у него еще взять. Что громила они обычно есть. Ну и нам они могут пригодиться. Так, что же у нас здесь есть интересного? У нас есть возможность забраться повыше. Вообще можно их было убить, оказывается, вот тут. Ну, ты как-то заберешься наверх? Вот, отлично. Грабьте логово контрабандистов. Нам даже об этом написали. Я вот все, так сказать, жду, пока у меня будет возможность выяснить, что же там такое блестело. Еще одна карта. Что же там такое блестело? Видимо, это вот здесь. Да, вот. Вот что блестело. Отлично! Я выполнил еще одну из заданий. Скажем так, таких маленьких. И на этом, я думаю, я ее завершу. Ну, потому что не собираюсь особо долго тянуть со следующей серии. И выпущу ее уже очень-очень скоро. Ну а сейчас всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, я, Дезертир. Это была коротенькая серия о приключениях Эд... о приключениях Эдсо. В общем, вы поняли. Серия была о контрабандистах. Она была маленькая. Мы разрушили здесь кораблик. И в целом все. Всем спасибо, всем пока и удачи.